Все там чисто чи не? Чисто, да, чисто, только вон видишь, он правее пошел, ты так иди за ним, бо там колеса попробивают. Все, спасибо. Сегодня какой, Саш, 7-й день войны? 8-й, блин. 8-й, слава Господу, Боже мой. Быстрее война закончилась. Не война, а военный геноцид. Провода разорвало, столб вырвало. Вот что с танком. Машинное обеспечение, Алена, это не танки, ни хрена. Это обеспечение машины? Да. То, что ноги валялись оторванные, что? Ну, а ты думала. Смотри вперед внимательно, чтобы мы не провтыкали. Не такое зрение, как у тебя. Блин. Это что, БМПшка стоит на кругу, не пойму. Столбы, все вот это. БМПшка битая, там битая. Хорошо. Мы проедем туда? Я не знаю. Горелым пошло. Горелым запахло. У вас? Не, не у нас, с улицы. От дома горелого. Что тут чисто? Что-что? Собаки выброшены, овчары ходят, дома разбиты. Это бомбили многоэтажки, сюда летела на эту улицу. Бомбили многоэтажки. Да нема домов, блин, нема, разбили дома. Так это гостинка стоит. Гостинка у нас спереди битая вся, та передняя. И человек какой-то сидит еще, дедушка, еще, да? В церковь, бачишь, стоит. Целое здание большое, у Наташки окна повыбитые. Здание большое, подвал. Но если бомбу бросят, то там, конечно. 3 этажа, смотрю, в церкви. Так. А ну остановись. Что там чисто? Ну, посмотрите, еще можно что-то. Я понял. Хорошо? Подбить еще можно что-то? Я говорю, чисто. Подбрить еще можно что-то. А. Подбрить. А. Приколист. Вставай, здесь машину ставь, прячь. Прячь здесь машину, пройдемся дальше пешком.
Ты, может, посидишь, я сбегаю. Я с тобой пойду. Закрой просто машину. В самом центре Бородянки, в самом пике, объехали по окружной дороге. Бежим. Бежим спасать повынувшего военных. С буквой Валь стояла, Саш, машина. Сигнализация где-то. Здесь погиб наш друг. Иду, иду. Поднимайся наверх, я тут буду. В городе пока еще наши ездят, но уже слышно вдали бомбежки. Молюсь о Господу. МЧСников нет, значит сейчас будут танки идти. Не приехали ребята разбирать завалы. Значит, будут идти танки. Саша! Давай выходи тогда. Выходи, танки едут. Ну, я слышу, гремит вдали уже. Значит, туда и пойдем. Туда же и пойдем. Давай. А где он? Ну, одета, не знаю. Нету его дома? Давай, давай, давай. Слушай. Блядь. Там ругались мужики. Один кричал, я людей вывожу. Может, еще кому-то помощь нужна? Нету здесь людей больше. Я же вижу, что никого нет. Забрали Гавриловича? Я не знаю, там было. Мародеры ходят. А? Нету, блин. Пару. Все. А ну выгляни, посмотри. Ходят люди, пока еще не приехали они. Спокойно люди ходят.
провода везде оборваны. Хуй его знает, что через Семашко. Не знаю, там людей нету уже. Блять, пройдем, не пройдем. А ну спроси у Пасыкова этого. Что там? Посмотри провода, блядь. Да. А ну остановись. А ну остановись. Куда? Куда? Привет! А? Куда, говорю? Привет. Валера уехал, то есть Дима уехал? Да, он даже мало уехал. Людей не надо эвакуировать. Тебе не надо вывозить? Три места есть. Хер его знает, куда-нибудь, блядь, загадь. На Песколку выезжать. Ну, сюда и поехал. Три места есть. Нет, сказали, пока будут. Ну, что там? Сказали, что будут автобусы сейчас на Песколку. Сейчас приедут автобусы? Да, да. Пока все, будет добро, тихо, да? Давай, а этот, больше людей нету для эвакуации? Кого не забрать? Надо. Всех забрали. Цивурчик, да? Аптека открытая. Тянули с аптеки сейчас только то, что могли. А, это с аптеки они тянули? Ну да. Остановись, спроси, не надо людей забрать. Там чисто, привет. Людей спроси, не надо забрать трех человек. Так вы не в курсе, Алена, это ж Меладзе поехал. Спрашивай, может, кому помощь нужна, может, кто-то дома сидит еще. Спрашивай, останавливайся, ну, спрашивай. Что, не выезжаете? Добрый день. Три человека, скажем. Ну, куда? Тут же... Забирай тогда. Песколку, блин, автобус. Давайте, давайте скорее. Где а где дети? Сейчас я выйду. Давайте скорее, в Песковке принимают в колледж беженцев, бо мы в танки едут, надо быстренько уматывать. Заберем вас три места, бо мы уезжаем. Ну вот только что мужик говорил, что сейчас везти на Песковку людей тоже. Не знаю, как быть. Оно, блин, и паника, и с одной стороны, с другой стороны, непонятно. Что-то я поймал. Что-то я зацепил. Комбародеры, да? Да. Что-то я зацепил колесо. Ты наехал на железо, которое от танков. Вот только когда мы ехали на окружную. Это плохо, блядь. Давай быстрее, пока не сдулись колеса, доедем хотя бы до заправки отсюда выехать. Коденявка. Ай, что тут скажешь? Что с ним? Как не сидела на асфальте, тоже выкинули его. И овчарка сидела и не тронула, да? Так что ты, блин, животное не понимает, такая боль, блин. Сколько овчарок повыбрасывали. А машина так и стоит, видно, оставила автобус прошлого раза. Видно, пока затишье. Мы, конечно, переживаем, потому что в любой момент могут ехать. Но пока затишье, и видно, люди едут. Хотя, вот, кто ходит, так это мародеров очень много ходит, которые выпивают, такие люди. А так вот люди, смотрю, возвращаются, едут за своими, может быть, вещами. МЧСники поехали. Ну да. Походу, колесо пробили мы. Как ты чувствуешь? Не, я вообще говорю. Чувствуешь, да? Ну, телепалось оно, может, отпало, может, оно не внутрь залезло. Тернулась сзади что-то.
все, выезжаем сейчас уже из Бородянки. Ты выехал? Ты выехал? Ты МЧСники. Ну да, да, да. Спасатели едут, все-таки спасатели. Все-таки наш голова селерады молодец. Похвально с его стороны, неожиданно. Ярко молодец, да. Он вывозит людей, спасает. Ты бачишь? Организовал МЧС. Слава Богу, по вывозам трохи, и сейчас работает, да. Много людей спас, конечно, молодец. Это, конечно, приятно и удивительно. Да, на сегодняшнее время, в такой тяжелой обстановке, вот и на...